Очень теплый дворец. Теплый я не имею в виду температура, а теплый по эмоциям, по приему. Дворец спорта на Ходынке в Москве. Теплая публика. Сопереживают всем. И кто хорошо откатался, тем хлопают от души. И тем, кто неудачно выступил, тех тоже подбадривают. И все отмечают, что московская публика, на удивление, хороша. И главное, что профессионально. Очень хорошо разбирается в фигурном катании. Дорогие друзья, это чемпионат Европы по фигурному катанию. Мужская произвольная программа. Две сильнейшие группы у нас с вами в эфире на канале Евроспорт. Пауль Фенц начинает. 25-летний представитель Германии. Чисто. 3,5 тройной тулуп. Здорово, Аскар. Взял музыку из кино... Эпопея «Игра престолов». Очень трудно падает. Жалко, правда? Да, да, хороший. Был шанс. Хороший, высокий, да, но в конце пошел наклон и падение. Еще одно падение. Опять с ошибкой. Много ошибок немецких футболистов допускает, очень много. А вот Луц делает тройной неплохо. Но это, конечно, не по программе. Два с половиной оборота, да, опять спину не держал, но не коснулся рукой.
Да, много сил. Сущие мучения такие. Да, много сил отдал спортсмен своей программе. Видно, к концу был устал. Этот последний срыв в конце, чтобы Клименко, конечно, говорил только об этом, что он устал. Я бы добавил, конечно, что он пытался сделать компоненты, но, видно, они так тяжело даются.